Это видео показывает, как произносить эстонский «у». Эстонский «у» — это огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема. При произнесении этого гласного язык расположен высоко в задней части ротовой полости. Губы округлены. Послушайте, как произносятся эстонские слова с гласной «у», и посмотрите на видео, как двигаются губы и язык. Куш, кару, пу. У, у, у. 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 Гласный «у» встречается, например, в английском языке в таких словах, как food, mood, music. В немецком publik, gut, uhu. Или в испанском unia, humo, tuna.